Говорить. Ну что, начинаем готовить после пляжный курд. Такой салатик у нас будет. Что там у тебя в холодильнике? Ну покажи. Вот, ананасики лежат, арбузик, яички, английские, индийские. А еще что? Помидорчики, огурчик, дамский пальчик, спаржа, молоко. Вот. А тут рыба у нас вверху и морепродукты всякие. А ну покажи. Курочка, рыба. Вот здесь курочка. Здесь такие рыбы, морепродукты. Все по порционкам. Да нифига себе. Все, хватит на рыбу смотреть. Смотрим на курку. Вот. Для начала половинка ананасика. Мелко порезанная. Видно? Да. Вот. Посыпаем сюда. Вот. Потом открываем курт. Курт это вот. Вот такая штучка. Типа нашего молозива. Среднее между кефиром и сметаной что-то такое. Вот. Делаем надрезик. Вот так. И выдавливаем сюда. Вот, вот такая вот штуковина. Вот, выдавили. Вот, все. И теперь добавляем 2 столовые ложечки меда. Вот у нас вот такой. Хауни. Индийский медик. 2 ложечки. Раз. И 2. Вот так. Сладенький медик. А еще какой у нас медик? Дальше перемешиваем. Вот так. И получается вот такой салат. Курд, ананас и мед. Это на 2 порцию. Такой малюсенький. Хоть себе. Такой обедик у нас. Обедик? Да. Хороший такой у вас обедик. Все, спасибо за внимание. До свидания. Может, покажу, что у тебя еще на кухне? Не покажу. Ладно, другой раз покажешь. В другой раз. Я понимаю, курдик-то стоит, курд. Остывает. Греется.